связи с обращением жителей станицы Красногайска по поручению главы муниципального образования города Куртанапа Сергея Павловича, управлением жилищно-коммунального хозяйства была отремонтирована улица станицы Красногайска Комсомольская, по которой осуществляется движение грузовых автомобилей, задействованных при строительстве газопровода к компрессорной станции «Русская». В целях сохранения данной дороги с руководством подрядной организации ООО «Метранс», осуществляющей грузовые перевозки, проведена рабочая встреча, на которой обязали руководителя усилить контроль за передвижением грузовых транспортных средств, которые за недопущением отклонения от согласованной схемы маршрута, соблюдение грузовых нагрузок при загрузке транспорта и соблюдение водителями скоростного режима.